Слева. Котята, кошка, а это манульчики. А, ну а почему она с ними? Она их выкормила. А, да? Это приемные дети. Это приемные. Да что? Чего? Видно, что котят слишком мощные, лапки у них. Их там еще левее, но их нет, не видно. Левее там. Это манульчики. Это маленькие манульчики? Да. Смотри, какая прелесть. Надо же, кошка выкормила. Угу. Хотела молока у нее. О, ничего себе, прыгает. Ой, смотри, смотри, с хвостом играет. Ой, какой ты шустрый. Чего? Че? С кем он играется-то? Смотри, что. Кто хочет с ним играть? С воображаемым. Авторитеты, что ли? С воображаемым чем-то. Не сфоткай, хоть подальше бы сели тогда. Ага. Тик поймал. Ой, правда, крыска домашняя. Чего ты? Чего ты? Тоже играться пришла? Ой, какие лапочки. Пришла поиграться. Ой, у нее котятки. Какие лапочки. Это манульчики, маленькие манульчики. Смотри, какие лапочки. Цей с хвостом играет. Костик, да играет, да играет. Смотри, вон. Чего? Что смотри, такое? Надоели, скажи. Чего? Обычная кошка выкормила малышей. Да. Котенок у меня такой интересный. Как это... Да это манульчики, я же сказала вам. А кошка домашняя. Кошка домашняя, это манульчики маленькие. Он грызет хвост. Он грызет ей хвост. Смотри, что. Она ж на него села. Заколупали уже. Ну. Домой хочет, скажи. Ой, а вон еще один идет. Вдвоем сейчас на мамку нападут. Смотри, хвост сцепился и все. Ну, на парад. Ну, они на маму, ты вообще не похожи. Да это да. А что ее запихали, а то запас. Ну, она, наверное, кормила их. Ну, мама отказалась, господи. А она, наверное, кормящая была. Да. Вот смотри, смотри как. Вот у этого хвостика нету, а у того хвост. Нет, есть он просто загнутый. Нет, маленький хвостик. Но они вот, не вот, видишь, какой он хвост. Сломанный как будто. А то у того хвостик настоящий. Бракованный, короче. А у Жени-то, да, у соседей, рысь такая живет. Вот она кидывалась тут раз. А конюшка вырастет, большие будут, мамы будут. Она вообще такая тихая. Ей даже собака не нравится. У соседа появилась. Хвостики такие, а вон еще лежит мама.